Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1034, Алина и Артём Арышнев, который дрыхнет до своей койки. И Бруно где-то, он жив 100%. Да бы сказали, что он уже мертв, ребята, поэтому у нас сейчас печаль. Мы реально не знаем, что делать. Блин, ну нам нужно все-таки вернуть канал, чтобы этот ролик вышел на нем. Ёкало мене. Так, ладно, Алин, только ты не паникуй, Артём, ему-то вообще пофиг, он спит да спит. Он как бы быстро от этого отходит, от этих негативных эмоций. Мне кажется, он ревёт, смотри, ему плохо, он не может уснуть. Алин, давай ляжем спать спокойно. Я не могу лечь спать, а если вы нападете на меня? Да кому ты нужна, Алин, блин? Я уверен, что из этой игры можно выйти, ну, втроем. Поделить все призы втроем, это ж наш один канал, тут летсплей, и просто эти деньги забрать себе на троих. Ну и Бруно там отдать на похороны. Не говори так, он жив! Он жив! Слушайте, может хватит уже, а, говорить? Люди тут спят, между прочим. Все, давайте спать. Вы надоели тут по духу говорить. Все, давайте спать. Ребята, я не буду спать. Буду лежать. 6 hours later. Капец, опять свет втыкает в 6 утра, ёкаламане. Нормально, не выспаться, блин, опять сейчас задание будем выполнять. Ребят, я качаю брест, чтобы победить вас. Артём, ты выспался? Слушай, Сафик, я выспался, я не знаю, что делать. Это уже третья игра, и остались только мы втроем. И Бруно, фиг пойми, куда пропал. Алина, вон, даже меч достал. Видимо, она нас хочет побить и забрать все деньги себе. Это палка, я просто не доверяю тебе. А вот у Сафика меч. Ты догони, догони. В смысле догони? Я не собиралась тебя убивать. Это самозащита. Так, ладно, когда придет этот человек? Потому что... А, во-во-во, пришел, пришел. Итак, доброе утречко, ребятушечки. Смотрите, кого я к вам привел. Офигеть, Вильям Бруно! Ты жив? Да, привет, ребята! Вильям Бруно жив, нифига! Все, давай в игру отправляйся. Итак, сегодня наступил уже третий день наших игр, и в честь того, что вот вы выжили, вы остаетесь живы, и мы отправляемся в новые приключения. Пойдемте за мной. Ребята, у меня было 4 зуба без кариеса, и у меня их вырвали. Видимо, их перепродадут потом. Японский бог, это ты был у стоматолога? Да, там какой-то стоматолог. В общем, не хочу об этом вспоминать. Ладно, пойдемте на игры. Да хорош болтать, стройтесь, давайте сюда. И за мной. Куда идти-то? Сюда, 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 все, по очереди. Бруно, я пойду первая. Давай, давай, Алин. Опа. Вот сюда, сюда, за мной, за мной, за мной. Сюда идемте. Хорошо, товарищ босс. Проходите, проходите. Итак, вот вы попали на третью нашу игру. В этой игре вы должны будете разделиться, и каждый выбирает себя по комнате. В этой комнате вы найдете фигуру, которую вы должны вырезать. Если вы ошибетесь, вы проигрываете. Если вырежете полностью, то проходите в следующий раунд. Выбирайте двери. А дверей-то сколько много, ребята. Так а чё вы сразу побежали? Слушай, Бруно, Бруно, ты-то чё, куда пойдёшь? Слушай, я направо пойду. Там дверь вот поуже, видишь, вот в неё пойду. А ты, Сафик, куда пойдёшь? Куда, куда, куда ты не пойдёшь? Я за тобой слежу. Ребят, я уже выбрала вот здесь, я здесь. Мне достался кружочек. Не знаю, что там за кружочек и... Что вообще там за задание? Ладно, выбираю дверь. О, нифига. Че, Сафик, хочешь туда, иди? Не хочу, ты выбрал, ты иди. Встань на вот эту штуку, кстати. Фига, да? Ну, а теперь вот сойди. Чего? Во-во, а теперь снова встань. Артём, ты запихнул меня в эту комнату. Ребята, тут какой-то, блин, непонятная штука. Там слишком сложный рисунок, Сафик, слишком сложный. Я не смогу. Ты обалдел, что ли, Артём? Ты зачем мне дверь перед носом закрыл? Ребята, это ж не по-братски. Прости, Сафик. Тут какие-то элементы непонятные. Нужно тут собирать. Вообще, блин, я же промахнусь, наверное. Ну, хочешь, поменяемся? Артём, иди в свою комнату, блин, либо открой мне дверь. Ну, на, выходи, выходи. Будем по-честному играть, по-честному. Ну давай. Так, ребята, я попал в какую-то комнату, где, получается, огромное сердечко и сундук. А в сундуке железный топор. По-моему, тот кружочек, ну, как красный, с кружочком на голове, говорил, что нужно вырезать рисунок по контуру. Так, видимо, этим и нужно заняться. Ребята, мне повезло, и мне досталась самая простая фигура круг. Ребята, капец, тут коридор синий, блин. Я так понимаю, ты что тут делаешь, а? Иди отсюда, проклятый! Так, ну давайте попробуем! Главное, это не сделать ошибки, иначе вы знаете, что происходит с проигравшими! Надеюсь, мои друзья тоже там все правильно сделают! Ну,
Поехали, опа. Так, пошел, пошел. Оп, оп. Ух, ребята, почти половину сердечка уже вырезал. Так, опа. Так, давайте попробуем. Так, вот одну получилось вырубить. Так, вот вторая. Ребята, главное не ошибиться и максимально ровно все это делать. А, так, оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Так, слушайте, вроде бы неплохо. Так, вот этот надзиратель что-то смотрит. Что смотришь? А, он мне что, помог? Так, интересно, ребят, зачем это этот надзиратель мне помогает? Мне так понравилась эта песня. Зеленый цвет, красный цвет. Ребята, нужно, кажись, сделать это правильно, грамотно, и чтобы я случайно не задел другой квадратик. И правильно вырезать вот эту вот штуку. Капец, это нужно очень аккуратно, ребята. А! Блин, чуть не промахнулся. Все, ребята, хух. Здесь намного легче, чем у Артема, блин. Ура. Все, ребята, я сделал. Я сделал это. Я мастер. Я профессионал. Так, 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 так. Сейчас, еще чуть-чуть, еще три стороны, и я уже победила. Зеленый цвет, красный цвет. Ребята, еще чуть-чуть, я уже сделала половину. Если вы в меня верите, то, пожалуйста, напишите комментарий. Я верю в тебя, и ты победишь. Так, сейчас нужно быть максимально аккуратным, потому что осталось закрасить совсем небольшой рисунок, и я прохожу в следующий раунд. Так, 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 так. Вот, 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 вот. А! Все. Еще чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Ой, кружочек за мной наблюдает. Так, оп, оп. И, ребят, чуть-чуть еще. И совсем, совсем капельку осталось. Опа! Ребята, ребята, посмотрите. Мне кажется, я справился с заданием. Сердечко вырезал прям идеально. Эй, круглый! Я здесь, я закончил работу, посмотри. Так, а здесь так и был один блок лишний. Да! Ты что, не помнишь, какие ты игры готовил, ты? Да, все верно. Можешь отправляться в общую комнату. Супер. Выходи. Давай, выхожу. Топор оставлю себе, ребята, спрячу в инвентарь. Потому что здесь никому нельзя доверять. Главное, чтобы никто не узнал. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, все, зеленый. Все, ребята, я сделала все, что нужно. Теперь, в принципе, топор можно украсть. О, дверь открылась. Блин, ребятушки, нужно как-то вернуться обратно, либо еще что-то сделать. Я не знаю даже что, ребята. Все, кружок, я закончил. Молодец, ты можешь отправляться в общую комнату. Хорошо. О, Алина, привет! Как же я рад, что ты жива! Ой, дождик начался. Ты выжил? Да-да-да-да, и ты выжила. И ты, Артем, выжил. И Сафик, Сафик, ты живой? Конечно, живой, блин! Ребята, у меня есть три блока с песком. Если подойдет к нам охранник, я его кину в него. Охранник, возвращай нас в комнату отдыха! Пойдемте за мной. Итак, поздравляю с тем, что вы прошли очередную нашу игру. В этот раз никто не выбыл, все выжили. И вы можете отправляться спать, покушать немного и готовиться к следующему раунду. Чтобы вы покушали, я дам вам немножко курицы. Держите, вы заслужили. Давай, 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 во-во! Каждому по курочке. Сколько еды, сколько еды! О, нифига, целых 10 куриц! Предлагаю кикнуть Аришнева. Он предаст нас. Ты уверена, что он способен на это? Ему было без разницы, куда ты делся. Да вроде он беспокоился за меня. Я все равно не доверяю этому. Спрячь, спрячь топор, Алин. Не стоит. Чего вы тут обсуждаете? А, да мы думаем, как наггетсы все эти съесть, чтобы подкрепиться. Точно? Да, Артем, не волнуйся, все в порядке. Все хорошо, уходи, уходи. Я ему не доверяю, так и знай. Слушай, ну, мне кажется, не стоит против друзей-то играть. Мы же все заодно. Ладно, давай ложимся спать, а завтра на свежую голову подумаем, как быть. Хорошо, пошли. Все, ребята, давайте ложиться уже. Завтра нас ждут испытания. Давай, Сафик, спокойной ночи! Баю-бай. Так, ребят, я на всякий случай буду спать за кроватями, чтобы если зомби пришли, они меня не нашли. Вот тут вот лягу. О, как выспался-то, ребят. Алин, Алин, просыпайся. Да, да, просыпаюсь, Бруно, не волнуйся, я жива. Ребята, сегодня будут еще новые игры. Мы должны также остаться вчетвером, чтобы забрать все это золото. Давайте, банда, нужно быть вместе. Но если он захочет нас столкнуть лбами, то мы не поддадимся.
Мы же ведь команда! Ой-ой-ой, там этот мужик. Уходи, мы не рады! Слушайте, а вы забыли сказать, сколько сейчас денег, за сколько мы боремся, сколько вот там, в том кубе денег? Сейчас на вашем счету уже 800 миллионов рублей. Ё-моё. Итак, ребятушки, сейчас вы отправитесь за мной на очередную игру. Как обычно, правила вы узнаете уже на месте. Еда у вас есть, все вроде бы в порядке, никто никого не убил, так что проходите. Так, ребята, давайте проходим. Пойдем, Алин, не бузи. Это, надо сохранить силы для игр. Я не бузю, это все Аришнев. Я могу тебя убить, Аришнев. Не надо Артема убивать, он мой брат. Пускай тогда ведет себя нормально. Алина, тут же либо жизнь, либо смерть. Какой нормально? Бруно, на твоем месте бы я не доверяла этому Аришню. На твоем месте я бы молчал и шел вперед. Давайте-ка двигайтесь без разговоров лишних. Правильно вы сказали, правильно. Слушай, кружочек, ты свою эту пельку-то утихомирь, понял? Итак, хлопцы, приветствую вас на очередной игре. В этой игре правила следующие. Для начала вы должны разбиться на пары. Выберите, с кем бы вы хотели играть, и разбейтесь. Алин, давай вместе будем. Ладно, давай вместе. Супер, мы победим. Блин, я, конечно, не хочу против парней играть, но они сами не захотели голосовать против этих игр. Я не хочу против Сафика, а вот Арышнего я не доверяю. Артем, давай мы с тобой, мне больше не с кем. Так давай, мы же пацаны, мы 100% эту... банду девочек победим. Вообще-то девчонкой быть неплохо. По крайней мере, в Майнкрафте, понятно вам? И я не девчонка, если чё так. На, держи. Это ты чё, к Алине подкатываешь? Ну и ладно, мы друзья. Все равно, держи, это тебе Сафик дал. Держи. Это шо, ты ей букет из соломы подарил? Итак, прекращайте эту Санта-Барбару, расходитесь по углам, продолжим обсуждать правила. Давай, правила рассказывай. Итак, участники должны по очереди подходить к раздатчику, нажимать на кнопку, выбирать либо зеленую, либо красную шерсть. Первый, кто соберет 10 зеленых шерстей, побеждает. Второй человек из команды выбывает. Участники команд играют друг против друга. То есть Бруно против Алины, Сафик против Артема. Алина, блин, нужно было против Сафика или Артема играть. Получается, кто-то из нас умрет. В смысле, Артем? Ты что, меня предашь? Не предам, конечно, Сафик, не предам. Зачем? Давай с тобой драться, блин! По-мужски! К слову, забыл сказать, физическое насилие применять запрещено, а иначе участник будет дисквалифицирован. Я тебя сейчас дисквалифицирую! А Деньков, ты чё как дома? Бруно, пока игра не началась, можно я отдам тебе все, что у меня есть? Ага, а потом, когда я проиграю, ты все заберешь, да? Не волнуйся, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты выиграл. Ты чего? Не надо проигрывать! Ты! Слышишь ты, ты играй по-честному, если победишь, ты победишь. Хорошо. Итак, первая команда, подходите к раздатчику. Сафик, нажимай на кнопку. Ага, зеленый. Артем, твоя очередь. Красный, что это значит? Артем проиграет. Отходите в сторону, вторая команда, подходите к раздатчику. Ну что, давай. Алина, жми на кнопку. Я уступаю Вильяму Бруно, нажимай. Так, сейчас нажимаю. О, зеленый. Зеленый, давай, Алин, теперь ты. Тоже зеленый. Так, теперь Сафик, один на 3-4. Зеленый. Так, а я красный. Так, может, потому что я красный, мне только и выпадает красное. Я следующая, давай следующая. Зеленый. Так, и у меня зеленый. Так, красный, блин. Так, а у меня зеленый. Да, я выиграл. Тебе еще 9 их нужно собрать, не радуйся. Нужно 10, Артем. Зеленый, 3 зеленых, Алин, давай. Красный. Черт. Ничего страшного. Так, зеленый. Красный. Давай, Вильям Бруно. Зеленый, 4 зеленых. Красный. Черт, Алин, у тебя слишком много красных. Зеленый, ребята. Так, красный. У меня уже 4 красных и 1 зеленый. Не может быть такого. Это вы подкручиваете. Нет, просто ты лох. Это жестко. Это жизнь. Зеленый. Красный, блин. Зеленый. Беги, я верю, что зеленый будет. Так. Зеленый. 6 зеленых. И у меня зеленый. Так, красный, блин, а! Как так-то? Так, зеленый. У меня уже 3 зеленых. А у меня 4, ты меня сейчас обгонишь. Бруно, давай. Да, иду. Черт, 7 зеленых. У меня тоже зеленый. Да ёкалы мне. Пожалуйста, красный! Так, вот зеленый выпал. Давай, Бруно. Так, красный. Красный. Пожалуйста. Зеленый! Ура! Зеленый, 5 зеленых. Беги. Да, нажимаю на кнопку. 8 зеленых. Зеленый. Так, давай. Красный, блин. Зеленый, 6 зеленых. Чего? Ты что, меня обогнал, что ли? Я ж первый был. Как так? 9 зеленых.
Зеленый. Красный! Зеленый! Ты что, издеваешься, что ли, надо мной, а? 7 зеленых у меня, 7! У тебя же все красные были в начале! Вильям Бруно, не иди. Не иди, Вильям Бруно. Почему это не иди? Ты что делаешь? Эй! Ты что наделала? А ну, забрала кубик! У Вильям Бруно 10 было кубиков. Я проиграла. Вильям Бруно переходит в следующий раунд. Алина покидает игру. Нет! Нет, ребята! Нет! Нет! Ты что наделала ты? Ты меня предала, Алина! Он убил Алину! Убил Алину! Он убил Алину! Почему? Она первая умерла! Давай продолжать, Сафик! Давай, иди! Зеленый! Так, а у меня красный! Нет! Красный, блин! У меня красный! 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 Зеленый! Да как так? Зеленый! Красный! Красный! Зеленый! Красный! Зеленый! У меня 10 зеленых! Что? У меня 7 зеленых! Сафик! Итак, Артем отправляется в следующий раунд. Да какой следующий? Сафик покидает игру. Бруно, всех убили, всех убили. А мы остались только мы вдвоем. Слушай, что делать-то теперь? Поздравляю вас, вы переходите в следующий раунд. Вы можете вернуться обратно в комнату и покушать вот эту вкусную жареную курочку. Спасибо, спасибо, вот. 6 куриц забрал. Артем, а мы же можем проголосовать против. Если большинство будет против, то игры отменят. Так а чё, Алина? С Савиком зря жизни рисковали, что ли? Поэтому вот тебе, Бруно, смотри. Вот тебе 2 цветка. Ты что, меня заживо похоронил? Короче, надо продолжать. Итак, вы единственные прошли в финал. Вам осталась последняя игра в банке. Уже 900 миллионов рублей. И тот, кто победит в завтрашней игре, получит весь этот куш денежный. А сейчас вы можете подготовиться к следующей игре. Набраться сил, поспать. И вот вам даже золотые яблоки можете не перекусить. Так, блин. Видимо, кто из нас завтра победит, тот получит эту огромную сумму денег и будет один вести канал тут летсплея. Видимо, да. Слушай, Артём, неужели все это стоит того, чтобы умереть? Слушай, я не знаю. Нужно набраться сил на завтра. Да, давай спать. Ага, я посплю. Вот с этой стороны ни разу здесь не спал. Вдруг это последняя ночь, ребята. Поэтому кайфану как следует. Посплю прям на самой высшей точке. Ой, чё так резко свет-то включили? Фу. Артём! Тёма! Артём! Алло! Я что, опять в этой игре? Нет! Слушай, к сожалению, это не сон. Ты чего делаешь? Ты что? Да чё? Сейчас, наверное... Во-во, пришел игру говорить. Добро пожаловать в финальный день наших игр. И сегодня выяснится, кто же из вас победитель, а кто умрет и поедет домой в коробке. Победитель, кстати, заберет 1 000 000 000 рублей, который висит вот здесь вот в шарике. Пойдемте за мной быстрее. Слушай, Артем, у меня даже места столько в хате нет, чтобы эти деньги хранить. Ничего, Бруно, купишь себе новое место, чтобы хранить деньги, квартиру для денег. Блин, главное налоги заплатить. Давай, проходи, дверь клинит, старая. Куда идти-то? А вот сюда пойдемте, за мной, проходите вот сюда. Вот тут финальная игра, вот здесь. Проходи сюда, иди. А ну вперед. Пошел. Ой, а куда вы улетели? Проходи. И вот сюда. Опа! Ой, это что такое? Итак, это ваша финальная игра. Здесь вам нужно будет пройтись по стеклышкам. Стекла стоят в 2 ряда. Одно из них обычное стекло, второе бронированное. На бронированное вы можете стать оба, и ничего не будет, оно выдержит. Ну а если вы прыгнете на обычное стекло, оно разломается, и вы упадете в лаву. Там вы умрете, собственно. Вот такая игра. Вперед. А если мы пройдем до конца, мы оба заберем куш? Да, если пройдете до конца, вы оба заберете. Но здесь 10 стекол, так что шансы пройти минимальны, будем честны. Слушай, Артем, там шансы 50 на 50. Я в математике вообще шарю. Так ты же говорил в ролике про картонку, это что математичка вообще? Математичка вообще, а математику я ух. Ну, давай тогда ты первый прыгай. Так, черт. Ладно. Артем! Лево или право. Давай. Я на это тоже. Опа! Супер. Мы должны пройти. Давай, прыгай дальше сам. А, так а что, я всегда выбор делаю.
Ну, давай я. Смотри, отойди с этого угла. По логике, ребята, вот тот следующий должен быть нормальный. Опа! Да, получилось. Артемус, что ты со здоровьем совсем не то последнее время. Ну-ка. А если спиной прыгнуть, как думаешь, получится? Слушай, лучше не баловаться здесь, в этой игре. Я не хочу смотреть на свою смерть, поэтому... Да! О! Бега! Артем, давай делаю выбор дальше я. Давай. Так. Слушай, мне кажется, налево так-то неплохой вариант. Опа! О! О, слушай, нормально так-то. Давай со мной налево! Ну... Если у тебя в голове все устраивает, то ладно. Да! О, слушай, работает самообман. Может, продолжим налево? Да! Слушай, налево нормально, так давай. Нифига! Слушай, Брун, у меня есть мега-план, понял? Какой план, Артем? Рассказывай про план. Слушай, поверни сюда. Я когда был из одной игр, там был снег, помнишь? Да. Я собрал снежки, и он даже не растаял. Нифига ты. Слушай, так может мы с помощью этих снежков проверять будем, какое стекло, а какое бронь? Давай, смотри, ну-ка. Так, ну-ка. Смотрите, это не ломается. А вот это... Понял. Да, понял. Слушай, налево так-то не вариант постоянно вот это прыгать. Давай, оба. Главное знать, когда остановиться. Да. Ух, так. Так, ну-ка, а вот это, оп. Так, а это, оп. О, то пропало. Так, давай, прыгай сюда. Опа! Ну-ка, давай вот это вот, так. Вообще респект, Артем, ты так придумал. Классно с этими снежками, мы сейчас все деньги заберем. Бруно, ну-ка, давай попробуем. Вот это вот. Жизнь бронирована. А вот это? Так, а это сломалось. Сюда давай. Опа. Так, дальше. Может налево теперь? Смотри, ну-ка. Раз, два. Видимо, это бронировано. А это нет. Видел? Да. Круто. Ну-ка, давай. Вот это вот. Целое. Кажись, это бронированное. Куда дальше? Слушай, я не знаю. У меня снежки кончились. Блин, теперь нужно делать выбор. Давай, прыгай. Так, Артем. Сейчас немножечко подсчитаем. Там и учитывая вероятность 50 на 50. Лево, право, 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 лево, 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 право, лево, лево, право. Так, слушай, Артем, на что потратим наши деньги, а? На что? Бруно! Ох ты, чертов маньяк! Блин, ребята, все мои друзья умерли в игру кальмара. Ради этого можешь поставить лайк, написать комментарий, если тебе понравилось. А пока что тыкай сюда и смотри вот эту вот пулю. Жми сюда, чтобы я разобрался с этим кружочком. Ребят, все погибли, я остался один на канале Тут Летсплей.